тобой будет сейчас трансляция на 10 часов. Сейчас готовься. Да, ведь. Да, вот. Настройку идем, настройку сейчас вам отдам. Все, высадка. Высадка. Я отгоняю обратно машинку. С трех машинки. ПРД может использовать будем? А ну можем выгнать сейчас и бить. Смотрите, что РПГшники к нам не подошли. И спасать-то будете, нет? Стреляет.
Сэм. Мы-то зашли нормально, у нас людей не хватит его. Да нет никаких лагов. Не знаю, мне все тормозило просто. А выезд на стройках не меняется? А ладно, у меня текстуры вообще не почти не проводятся. Все белое и проразмыто. Человечек вообще не видно. Стоникса 12. Это садина. Ну что там всех заклинаешь, что ли? Ну у нас там, да, люди не хватает. Удар не силы. Мы-то зашли нормально, но у нас реально продавить нечего. И в бэтере сразу накрыто, да? Да. Ну и меня рядом положили. Ну, бэтер я смотрю, вроде как целый, может из него стрелять. А у нас там троечек оставался. А, ну, все убитые всех в нашем направлении. А вы остался. Ты что там не стрелял? А, да? Угу. Понятно. Ой, к нему летит. Кто в андроиде ехал? Враг или свой? От своей, наверное? Ну, в смысле, Веном синий. Нет, от Венома и Евашки. Да это я не знаю. Ты за кого? Ты за кого, блин? Я за... Просто так, протокол работали, я и Руси. Понятно, а вы решили позицию сменить. Короче, синее все. Вернее, зеленый. Думаешь, ДВшники ничего не смогут? Ну, они с поля идут. Там, я не знаю, что они смогут. Стреляют просто. Ничего не смогут. Как идут? Они там текстура от бедного не могут подогнать. Опа, садится, садится. Да. Смотри, стрельни. Ну давай, дек. Еще и трассер. А мы когда к стройке подъехали, когда на Бурдейме подъехали туда. Ну, и чё? Я не слышал там начало фразы. Еще раз. Подожди. На стрельку смотри. Чё это было? РПГ. Так фора. Да ему насрать. Да. Боже, не все квадратно. Обнови железо. Играешь в Майнкрафт? Да, да. Обновлю. Да, а, там снайпер в ирокезе. Сделай дефрагментацию, поможет. Вертолет. Хорош. Подстрелил вертолет? Да. Вот один человек, целое отделение было с максимум. Так, ну, так я тогда тоже с ним был. Так я на ландыке ездил. Ой, его чуть не убили. Я...
О, попал. Все, хана ему. Ворона? Да. В Дикфора попали. Ворона тоже попали. Что ему насрать? Направление меняет. То есть практически как видос из этого недавнего, когда Митрис 5 из заптурили его. Какая жизнь. Тревог вышел. Че было? Опа! Да, вот два стреляет. Попал. Все, да. Не пробьет. С такого расстояния нет. Не попадает. А че, ему колесо что ли сбили? Чуть-чуть. А, нет. Что они здесь говорят? Сели, уехали, в другого направления взяли, когда их. Ну это реально как это видос. Подбитый мне 35. Только без потока. А горит это ваш вандак горит? Да, это я сгорел. У меня карты не было, я не знал, где враг. Поехал к Дикфору, скорее. Там АГС или НД? АГС. Но там почти не было его там. Нет. Последняя улитка была, потому что я все на этот на вертолет высадил. Уходим, Дикфор. А ты знаешь, кто по тебе отработал? Че-че? Ты же знаешь, кто по тебе отработал? Не знаю. Все. Бардак, наверное, хоть. Все работали. Да. Я говорю, я атакующий, я оборона. Ух, сейчас умрет. Со всех сторон просто. Так, нет. Так вот, дверку прикрыл. А она не помогает, она простреливает. Давай спустись. Спустись ниже. Чувак. Вяжется. Вперед. Там все бьют, бьют в него. Решил отсидеться. Там у него сюрпризы внизу, все нормально. Мои помзы? Иди что ли? А как он будет их разминировать? Никак, я он этот. Понял. Да если попытается, то он взорвется. Сапер. Неужели эти попрутся дом проверят? Да, они попрутся. Интересно, как ты времени там увидел между этажей. А вы? Ах, я еще нахуй. Все его убили. Блин. Эйди. Да? До этого ты меня убил на лестнице. Как ты так умудрился? Там между этажами сидел вроде, не? Не знаю, все на видео записано. Все было, все было. Это хорошо. Так странно стреляет Дикфор. Как? Когда он залез, мы начали стрелять. Хотя он дверь не открывал. Да. Такая пушка торчала из двери. Ох, у них отчаянное положение. Это какой был почет? А сколько их всего? Ну, по-моему, я трех убил. У меня Шульмана убил последними двумя. Это в пожарке было или нет? Или на стройке? На стройке. На стройке. На стройке обоих я убил прям вот в открытую и стрелял. Ну ты за мусоркой лежал, да? Да, за контейнером. Ты за контейнером мусорным лежал. Да не за контейнером, вон он. Он лежал, квадрат 038, 066, вот эти дома первые, на юге. Ну, когда он убивал на стройке, Маслят, меня и тебя, получилось, то он был за мусорным баком. А бардак, заехавший на территорию со стороны пожарки, отработали, да?
Или с этой Гунза сверху долбанул. Нет, это не я, это кто-то. Короче, у меня трубы не было. Короче, кто-то другой. Моток вроде. Паша, будет чуть? Ну, я пойду уже сейчас. А вы сейчас останетесь там поставить? Паша, четвертый еще не был. Четвертый. Да. Четвертый. Выбор, да, как. Крышу он выжил. Да, я знаю. Ну-ка, висит, он взорвет свой бардак. Вышел вообще где-то, хрен знает где. Ворон в Анкунсе. Ты внутри ставил это? Дом, где бардак окружен минами. Ну, на входе. Ребята, может что-то другое поставим, не атаковать вообще не собираются. Кого? Ну, другую миссию поставить, да. Потому что западная группа. Сейчас смотри, они лутаться идут. Сейчас укроп подрется лутаться. Укроп. Сейчас еще пару сдохнет. Этот дом там четырьмя минами обставил. Ну-ка. Взорвался? Понятно. Взорвался. Да. Там жары взорвались. Жадность фраерка сгубила. А я его убил, нет? Кого? Того, кто меня был РПГ в высотке. Добило, и я дотек. У меня пинтов не было. Стёк. Чё они там, куда уезжают? Дезертиры. Ясно. Пострелять. Да можно рубить чё? А с Донька покать такое. Сейчас будет рашить. Может они, да, действительно сейчас. Тихо.
Сдыхать. Да, его да. Сейчас первая подача. Да никуда не алгуют. А кстати, ПЗ, как вы слились? Как заехали со стороны востока к стройке. Начали атаковать. У нас сил не хватило, нас сильно прижали, все. Все трупы. Понятно. Поэтому я говорю, лучше сигнал с направления удалять. На людей. Да, наверное, получилось слишком растянуто. Вы там застряли с одним снайпером, а мы пожарки слились. Рядом с пожаркой. Подождите, я с мавза снял его или нет? Снайпера на крыше. Вообще без разницы. Понял, Максим, может быть, сейчас все. Он даже, по-моему, не почувствовал. О, поймал. Уже выбит он. Если в следующий будет на раз ебать, то я уже знаю, что делать. Тактика. Тактика рандом? Не-не, не настолько серьезно все. Вся тактика. Вон он сидит, он на письма то смотрит. Че, он видит что? Да. Соник еще. Не, вроде услышали бардак. А вы знали, где бардак стоит? Да, вон он, бардак. О, готов, упали. Только я увидел его, сразу словил. Зам. Ну, рубить тогда. Да все, руби уже. А куда там отделение делось одно? Слились. Они поломали зубы от кого-то. Там все этот ворон. А, нет. Стороны стройки. Не, мы покажем. А что за снайпер там сидел на... Декфор. Декфор, да. Вынесли его. Да. Я, короче, на подходе на минус. Куда отделение делось, которое, наверное, просто сажалось? Стохло. Полностью? Ну я там с ГС. Там Хьюман один был. А. Там никого не было. Это СГС нахуй нашел. Отошел. Отойди. Да, рубить можно. Да, я написал через руку. У меня походу покука не работает. Все. Human. О, кочегар! Сата. Ну че вы рубанули? Подъехал к этой повестке, короче, чтобы перевязаться. Так два человека осталось, поэтому и работаю. Ладно. Наверх.